забыл об истории отечественного флота. Балтийский флот знает и любит наш народ, о нем написано много книг, песен и стихов. Особую гордость за принадлежность к нашему флоту наполнены сердца военных моряков, проходящих сегодня службу по контракту и по призыву. Над водной гладью плессируют новейшие быстроходные противодиверсионные катера типа «Мангуст», которые построены на судостроительном заводе «Винкел» и приняты в состав флота в 2014 году. Катера предназначены для контроля за соблюдением установленного режима плавания на внешнем и внутреннем рейках, портов и гаваней и в прилегающих прибрежных районах моря. Выполнение задач, входящих в обязанности морской полиции, таможенных служб, решение специальных задач в прибрежных районах моря. Максимальная скорость хода 50 узлов. Энергетическая установка состоит из двух главных двигателей, суммарная максимальная мощность которых 3000 лошадиных сил. Дальность плавания при наибольшем запасе топлива с экономичной скоростью 36 узлов составляет около 400 метров. Основное вооружение катера – 12-миллиметровый пулемет «Флот». Катер может дополнительно комплектоваться автоматическим гранатометом МС-17, ручным противопульсным гранатометом МС-64 и переносным зенитным ракетным комплексом «Игла». Катер укомплектован легким водолазным снаряжением. Кроме этого, имеется надувная разъездная лодка с жестким корпусом и подвесным мотором и грузовая стрела грузоподъемностью 140 кг. Вес и габарит катера позволяют осуществлять его доставку в район эксплуатации водным, железнодорожным, автомобильным или авиационным транспортом. Спасибо вам за труд и легкий, за защиту берегов, за вашу доблесть и сноровку. Счастливых вам ветров! Россия – великая морская держава. Право считаться ей завоевано поколениями наших соотечественников, чье мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и ее военно-морскому флоту. Уважаемые гости!